несколько эпизодов «Игры престолов», скатаемся на соседние острова Мальты, Гоза и Камина, также посмотрим комплекс морских пещер, Голубой грот и внутреннее море, Азору Гзири, где мы остановились. Цель моей поездки на Мальту была в первую очередь деловая. Нужно было познакомиться с инфраструктурой, местными школами, прочувствовать климат и уж во вторую туристическая. Как-то для меня она была не на слуху. Если ранее представлялась возможность съездить в Европу, то на ум приходили сразу большие страны, типа Италии, Испании, Франции, Германии, Чехии и так далее. Но никак не Мальта, а зря. Но тут знакомые задумались о переезде в Европу, и по самым разным критериям Мальта оказалась одной из наиболее подходящих стран. И вот мы поехали зимой на недельку. О чем расскажу, это города Слима и Гзира. На видео вы как раз наблюдаете роскошный вид с набережной Слимы на укрепленные стены столицы Мальты Валетты, которая находится в 5 минутах езды на пароме через залив Марсамшет. Вот здесь как раз вы видите в кадре паром, который следует из Валетты в Слиму. В летнее время паром выходит каждые 12 минут, в зимнее раз в полчаса. Язык с трудом, честно говоря, поворачивается называть Слиму и Гзиру городами, потому что они очень маленькие, больше похожи на районы. Но тем не менее, это города. Более того, это центр экономики, шопинга и отдыха Мальты. Здесь много современных отелей, торговых центров, кафе, бизнес-центров, чем не могут похвастаться многие другие исторические красивые города Мальты, где тоже есть классные отели, но нет всех этих удобств. Посмотрите, как интересно здесь строят здания. Жилые дома, отели, бутики построены вплотную друг к другу и имеют такую разную высоту. Некоторые из них достроены, некоторые в процессе или реставрируются. По вечерам мы часто прогуливались по набережной, много раз ужинали в венгерском ресторане, конечно же, пару раз ходили в Макдональдс. Любой турист найдет место на свой вкус и кошелек. Здесь и азиатская кухня, и итальянская, и все что угодно. Скажу пару слов и о погоде на Мальте зимой. Климат Мальты средиземноморский. Зима очень мягкая, бывает дождливая. Самый холодный месяц, январь, температура бывает 7-12 градусов ночью и от 12 до 20 градусов днем. Перепады температур действительно сильные. Бывает идет дождь и очень сильный ветер пронизывает насквозь. Приходится надевать куртку с капюшоном и ботинки. А уж если выглядывает солнце, что местные жители здесь и даже дети в эти самые плюс 13 ходят в шортах и майках, в то время как мы ежимся от холода и мечтаем о термоштанах. А знаете, почему они такие закаленные? Так как средние температуры здесь достаточно высокие, практически нигде, в жилых домах, отелях, школах нет отопления. Оно просто не предусмотрено. Конечно, в последнее время, так как все больше иностранцев выбирают Мальту для иммиграции, новое жилье в специальных комплексах повышенной комфортности SDA строят уже и с отоплением, и с теплыми полами. Понятное дело, что стоит такое жилье достаточно дорого, а вот в старых зданиях холодно, сыровато, и нередко они снаружи покрыты черной плесенью. В первый день пребывания на острове мы даже немного расстроились, так нам показалось холодно, мрачно и сыро здесь. Но потом выглянуло солнце, потеплело и настроение улучшилось. Ну, хватит о погоде, поехали дальше. Кто на Мальте не был, считают, что остров можно обойти пешком. Ха-ха, как бы не так. Мы катались на автобусах, пару раз на такси с удобным приложением для телефона и жизнеутверждающим названием, вот оно, кстати. А также один из дней мы провели путешествие по острову на двухэтажном экскурсионном автобусе. И даже так мы умудрились истоптать все ноги за этот отпуск и пройти очень-очень много тысяч шагов. Я бы порекомендовала вам осмотреть на экскурсионном автобусе все самое важное, особенно если у вас немного времени, например, 2-3 дня. Тогда вы успеете...